Самарского блогера Олега Иванца оставят под стражей до конца февраля. Его адвокат просил об изменении меры пресечения на домашний арест, однако суд Октябрьского района принял другое решение. Напомню, Олега Иванца и еще двух блогеров Дмитрия Бегуна и Наталью Миронову подозревают в вымогательстве 3 миллионов рублей. Согласно версии следствия, они угрожали бизнесмену Сергею Шатилу распространением компрометирующей информации. И были задержаны в момент передачи первого транша еще в начале октября. Уже завтра, 25 декабря, суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей двух других фигурантов этого дела.